Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть на моем новом сервере, где проходит наш новый сезон «Летняя авантюра». И, ребята, прежде чем что-то делать, давайте я покажу, что я изменил. Я переставил домик, то есть наш домик будет сейчас вот тут, на горе. Мне кажется, это круто. Это будет круто, потому что на горе, знаете, как я давно хотел домик на горе. То есть, смотрите, тут у нас будет крутой вход, подъем прямо оттуда. Тут у нас будет мостик, тут какой-то подъемчик вот такой мы сделаем, тут вход, это все будет огорожено вот таким вот заборчиком. И вот тут у нас домик будет, тут плантация может и все такое. Но вот эти ребята, эти нафиг твари, они действительно, то есть как вы мне сказали, им пофиг где спавнится. Они будут спавниться перед моим домом, хоть тут все освещено. Знаете, вот как сейчас, например, я вот так отхожу сюда что-то сделать, оборачиваюсь, тут уже бум, нахрен, куча всяких монстров, и я действительно не могу ничего сделать. А, это что там у нас? Хоть и вроде прогрузка стоит нормально, но почему-то не грузится, хрен его знает. А, вот, это данж какой-то или просто летающие острова, хрен его знает. О, я куда-то упал нафиг. Так, знаете, что я выбил с, монстра? Мне просто интересно, ребята, что... Опа, что мы повысили себе? Ага, я выбил с монстра, сейчас я покажу. Вот. А, во-первых, я выложил эту кирку. Ну, в принципе, мне ее подарили, но она не так уж и просто делается. А я, если честно, хочу, в принципе, что-то и сам добыть, а не вот так взять классную кирку и пойти, да, вот это все делать. Смотрите, сколько добыл вот этих монеток с мобов, пока тут убивал. И смотрите, что мне выпало, ребята. Две Haven Realmstone. Если мне не изменяет память, если я помню, что вы мне писали, то это вот та хрень, с которой делаются телепорты, да, то есть ставить телепорт, а вот эта хрень активирует телепорты. Давайте-ка я посмотрю. Мне кажется, что да, вот это все телепорты. Ну, если так, то, в принципе, ребята, напишите, пожалуйста, комментарий, вот это Haven Realms. Но знаете, с кого я выбил? Вот тут, когда я строил себе дом, вот с этих, мы видели вот тут этого монстра, где он куда-то пропал. Как вот он... Маджике называется. И они тут были, я их поубивал, и выпала вот эта хрень. И самое главное, выпало две штуки сразу с одного монстра. То есть, не, я убивал, выпала одна, потом другая. Я убил одного монстра, и выпало сразу две вот этой хрени, ребята. И это, в принципе, в какой-то степени круто, что вот это выпало, честно. Так, это сюда давайте поставим. И, наверное, вот тут, ребята, будет наш домик. Нам в этой серии нужно пойти в шахту. Потому что, действительно, ребята, ну нужна уже шахта, если честно. Нужно уже. Потому что у нас нету ни ресурсов, нету ничего толком. А хотелось бы хотя бы найти алмазики, ну хотя бы. Найти самые лучшие ресурсы, да хотя бы найти алмазики. Не, ребята, нужно найти алмазики для... Ой. Нужно найти алмазики для того, чтобы добывать ресурсы. Опа. Для того, чтобы добывать ресурсы, и, в принципе, для того, чтобы... опа, сейчас. Ну и для того, чтобы уже пойти в какие-то другие мира. Не смотрите, ребята, то, что, может, сейчас многие скажут, что «Ох, овечка, ты пропустил овечку, ты их так долго искал». Не, ребят, я уже нашел овечку, по сути. Ух, ни хрена себе. Наш дом же тут находится на горе, а овечек тут, в принципе, спавнится реально очень много, поэтому я уже себе нафармил овечек, и уже можно сделать кровать себе. Офигеть. Ух, ты ж нахрен! Давайте... Валим отсюда, валим. Знаете, что я думаю? Может нам удалить вот этот? Ух ты, да это они так долго за тобой гонятся. Может нам удалить Smart Moving? Потому что, смотрите, ребята, сейчас давайте я от них убегу. Убежал. А вот этот мод, он добавляет, то есть вы можете и быстрее прыгать, и быстрее бегать, и быстрее, в принципе, все делать. И зачем тогда Smart Moving, если вот этот мод, с этим модом можно делать... это все, в принципе, он заменяет Smart Moving. Мне кажется, что проще, наверное, удалить Smart Moving и просто-напросто играть с этим модом, если он все это разрешает, как бы делать, можно и так сказать, да? Сейчас.
Сейчас, ребята, секундочку, дайте я сосредоточусь. Опа, прям в полете, знаете, вот это все. Одели, успели переодеть. Так, где? Вот, замечательно. А, что-то тут выпало. Это что за хрень? Ни хрена себе. То есть ты кушаешь вот эту хрень, она восстанавливает тебе 100 здоровья, 10 здоровья. Нифига себе, это круто. Это круто. Нужно вот так убивать нафиг, они подкидывают. Вот как я заметил, с этих самых больше выпадает монеток. То есть из них очень много монет выпадает, прям очень. Сколько у нас уже? У нас уже 24. Нужно какой-то вход в шахту найти. А это вроде Струпикрафта, да, ребята? Это вроде Струпикрафта. Это нам нужно для того, чтобы... Ага, вот. Это вроде Струпикрафта. Коконат, да, это Струпикрафта. Ну, в принципе, можно уже собирать. Бамбук не так уж и тяжело найти. Мы, наверное, потом его найдем. А ну, сейчас, секундочку. Ну что, ребята, давайте попробуем сейчас какой-то вход в пещерку найти. Где-то тут посередине равнины, да? А, потому что нужно уже в какую-то пещерку идти. Но я, если честно, пока что ни хрена тут не вижу. Нифиг. Вот там есть какой-то вход. Где он? Вот, видите, вот тут, ребята. Или это горы? Нет, это горы, мне кажется. Это обычные горы. Фиг его знает. Я не хочу так банально взять и рыть под собой. Это, в принципе, ну, мы можем где-то оказаться не там, где нужно, да? Поэтому это не очень круто будет, если мы так сделаем. У меня выключен смарт-мувин. Изи, медиум, хард. Вот так. Хоть нет. Вот так. А потому что мне сказали, что смарт-мувин много вот этого жрет, жрет много голода, поэтому зачем мы будем использовать смарт-мувин, если мы никуда толком не передвигаемся, если он столько жрет, да? Поэтому пока что я не вижу большого смысла. Опа. Вот эти хрени... А, нет, гоблины. Я не хочу к гоблинам идти. Их очень сложно убить, только по одной причине, то, что они тебя откидывают очень далеко, и ты не сможешь к ним толком даже подобраться. Это очень хреново, эти гоблины нафиг. Я не вижу ни хрена, ребята, тут нету никаких шахт. Ага, вот вижу, вот там есть, смотрите, в какую сторону. Сейчас, вот. Где я вообще? Нет, вот туда. Да, вот туда, побежали, ребята, прям в ту сторону. Побежали. А ну, опа, а нет, я подумал, это шахта. Но это, к сожалению, не шахта. Это, ребята, не шахта, нам нужна шахта. Ну что, вы там еще не определились с Пиксельмоном? Хотите вы новый сезон или нет? Ну, в принципе, это зависит от вас, ребята, как мы... Опа, бамбук нужно, наверное, собрать. А, ну, хотя, в принципе, давайте сейчас. А, то есть, выйдет ли новый сезон Пиксельмона или нет, зависит, ребята, от вас, как мы договаривались. Ну, как мы говорили, 2000 лайков, выходит новый сезон, но пока что мы еще не набрали даже 1500. Ну, в принципе, хотя бы мы немного отдыхаем. Уже пару дней мы так отдыхаем от Пиксельмона. И потом, если все же наберется 2000 лайков, если вы захотите как бы сезон, заскучитесь, и мы все же сможем их набрать, в какой степени даже лучше, что мы такой небольшой перерывчик сделали, потому что мы потом вернемся в Пиксельмон с новыми силами, с новыми, как это можно сказать? Так, выключим шейдеры, потому что мы в шахту уйдем, если тут, конечно, шахта есть. Вряд ли. Охренеть. А, нет. А, там уже кто-то был. Да. Там уже кто-то был. Потому что, видите, там факелы стоят. Давайте, знаете что, тогда банально сейчас нафиг просто вниз прокопаемся, да и все. Банально возьмем и, может, даже что-то найдем. Если нет, то у меня что написано? Home. Если упадем в лаву, сможем крепехнуться. Главное, чтобы там монстров не было. А если наша карта позволит... Хотя, мне кажется, она пещеры не показывает. Твою мать. Так вот, разлагала. Мне кажется, на пещеры не показывает. Не. Это что выпало? А это еще откуда выпало? Ребята, мы копали камень, и выпал Golden Nugget. Сюрприз, нафиг. Откуда? То есть, с какого перепуга он вообще выпал нам с обычного камня? То есть... А, это может вот эти, знаете, вот эти скиллы, которые нам добавляют вот эту всю хрень. Хотя, честно, я не знаю, ребята, честно, я не знаю. Так, давайте домой пойдем. Главное, чтобы тут монстров сейчас не было. А, вот, видите, я взял... Так, сейчас.
Давайте вот это сначала выложим. Вот это выложим, вот это выложим, вот это выложим, то, что нам сейчас не очень так нужно. Возьмем. Вот это возьмем. Вот это. Возьмем и поставим куда-то вот сюда и поспим. Те, кто спрашивали, как попасть на этот сервер, в описании есть ссылочка, где вы можете купить пропуск. Если захотите, то приходите, ребята, буду вам рад. Так, а нам бы можно куда бы потопать? Там мы уже были. Ну там мы еще не были. И вот там мы еще не были. Давайте туда потопаем. Честно, я очень хотел в этой серии сходить в шахту. Кстати, тут нету вот этого урона от падения. Ух, твою мать. Ребята, я бы с ним просто справился, но это залагивает. Я, если честно, не понимаю, почему. Ух ты, прям мне на голову нафиг стал. Я не понимаю, почему это залагивает. То есть, именно при бое с каким-то мобом, почему-то у меня залагивает. То есть, такие, знаете, секундные торможения, секундные такие зависы. Я не понимаю, почему его сейчас... О, опять такое было. Ага, значит, это не только с мобами, а просто так залагивает. Хрен его знает, если честно, почему. Хрен его знает, я, если честно, пытался с этим разобраться, но как-то не знаю. Может, мне уже винду нужно переустановить на компе, а то уже вижу, что много лагов, багов, и, в принципе, уже все тормозит в какой-то степени. Нужно уже, наверное, Windows переустанавливать. Так, ну ладно, давайте мы куда-то потопаем. Вот там я вижу, смотрите, я там вижу... А, это нет. Я думаю... А, в принципе, можно вот так даже шахты полить в какой-то степени. Если вы видите монстра, но его нету на поверхности, можно спускаться, можно копать прямо над ним, и можно упасть в какую-то шахту. Но есть риск, что это будет какой-то огромный нафиг монстр, которому вы просто прыгнете на башку, и он вас убьет с пару ударов. Это тоже не очень будет. Но алмазную кирку нам нужно. Если я правильно понял, вот тот предмет Realm Stone, или как это, короче, вот хрень вот так, где она, вот тут нету. Что я показывал вам на начале серии, если я правильно понял, то это портал. А для портала, вроде как мне объясняли, нужно 9 золота, нужно 1 алмаз, нужно скрафтить какой-то там не часики, а какую-то хрень, потом вот этим реалом вот той фигней активировать вот тот портал, и можно уже тпхаться в какой-то степени. Но, по сути, да, но у нас нету толковых вещей, чтобы мы могли себе позволить пойти в какой-то другой мир. Это данж или это чей-то домик? Мне кажется, это данж. Но у меня есть такое ощущение, что его уже давным-давно облутали. Я же тут не один, ребята, играю. И другие меня ждать не будут, да, пока там Эдисон придет, и мы сможем облутать. Да, ребята, его уже облутали. И ничего толком не оставили. Вот вы. Да, в принципе, мне кажется, тут уже много чего облутали, по сути. Не только вот эти данжи. А уже много чего. И даже нужно искать ту же пещеру, которая еще не была облутана. Потому что если мы пойдем туда, где как пещера, которая уже была облутана, в смысле, зачем туда тогда идти, да? Я ни хрена не вижу. Ребята, вы видите тут вообще какую-то пещеру? Я не вижу нифига. Вроде куча вот этих всех... Ладно, давайте тогда опять попробуем. Шанс есть, конечно, знаете, когда не нужно, ты копаешь, прям в лаву нафиг падаешь или еще куда-то. А когда нужно вот это найти, хрен найдешь, честно, вот хрен найдешь. Да и карта — это не та карта, которая может показывать шахты, да, то есть пещеры. Но будем надеяться, что нам повезет с 30... Вряд ли, конечно, но если в лаву упадем, то мы быстренько домой сможем тпхнуться. И даже если сгорим, то сгорим возле нашего дома, проснемся вот там и заберем просто-напросто свои вещи. Я прям знал, куда в какой-то степени копать, да? А нет, я думал, все же пока... Так. И все же показываются вот эти шахты, но нет, это просто залагала вот эта карта. Но это мы не можем... А, нет, смотрите, показывает. Показывает, но не всегда показывает, конечно. 18-я высота. Нам очень нужны алмазики. Алмазики, пожалуйста, придите к нам на помощь. Ребята, давайте попросим, чтобы алмазики к нам пришли. Алмазики нам очень нужны сейчас именно.
Для того, чтобы продолжить, в принципе, наши испытания, эксперименты. Так, главное, опа, золото, нам золото тоже нужно, да, мне вроде кто-то писал, что для того крафта нужно 9 золота. А у нас есть 6. Ну, не прям круто, да? Это все, это такая шахта, то есть, все, конец. Прикиньте, если да. Так, оп, по твою мать, ну ты прям издеваешься. А, нет, вот еще тут проход есть. Да вашу мать. Ребят, это самое... Вы видите, что нас банальный призрак убивает. Опа. Я бы его хрен, если честно, убил. Нам очень нужно в шахту, но... Но вряд ли мы туда сможем как-то попасть. Ладно, давайте еще раз сюда тпхнемся, если мы сможем, конечно. А мы можем туда тпхнуться? Не знаю, если честно. Давайте 75. Ага. И сейчас... Вейпоинты, вейпоинтс, телепорт. Да, мы можем. Ага. Ну тут вроде нет урона от падения, как я понял. Да, нету. Поэтому, если что, мы сюда сможем возвращаться. А, так мы его можем убивать, просто-напросто он прозрачный. И не то, что невидимый, то есть мы можем его убивать. Ага, я понял, как с ним справляться. Просто-напросто нужно взять и закопаться в какой-то уголок, и он просто-напросто на нас будет бежать, а мы будем бить в эту пустоту невидимость и будем его убивать. Ну, понятно. Но, в принципе, по сути, не хотелось бы еще раз встретиться с ним, потому что, ну, слишком он не для нас в данный момент, да? То есть он нас может... Ух ты, нафиг напугал меня! Такой скример, знаете, прям я так оборачиваюсь. И он вылазит такой, офигеть. Тут монстры, конечно. И я вас, ребята, понял, да? То есть вы, наверное, сразу же так подумали. Монстр, Эдисон, ты еще не видел монстров в этом моде. Наверное, так оно и есть. Тут, наверное, еще такие монстры есть, которые нам дадут пиндюлей, можно и так сказать. Я сам... Опять выпало? А с чего оно выпадает? Может, просто рандомно? Давайте вот это изучим. Я не знаю, что это, там что-то написано, но... Шанс найти более редкую вещь, когда ломаешь блоки, что-то в этом роде, наверное. Опять там вроде вот этот призрак. Давайте вылечимся. Смотри, у нас хреново то, что у нас даже броньки нету, ребята. Так. Ой. А с призраком я бы не хотел сталкиваться. Вы видите, что это хрень? Вот так давайте. Вот так. И оденемся. Это хрень. Вот реально хрень прям... Хрень хренская, да? То есть я бы не хотел с ним сталкиваться. Но... Он нас почти забабахал нафиг. Так. Ребят, я извиняюсь, что я не разговариваю, но вы видите, что это за хрень. А может, нам карта будет помогать? Я, если честно, даже не обратил внимания. То есть, сейчас, это нужно, наверное, да. А, может, карта нам будет помогать в той степени, что когда мы не видим монстра... Охренеть, уже все столько поломалось. Когда мы не видим монстра, то может, карта нам будет показывать, мол, смотри, вот он там. Можно будет посмотреть. Так. В принципе, не нужно. Нужно просто-напросто сломать, да и все.
Зачем нам найти в ферме опыта? Да, в принципе, зачем нахрена тут вообще? Мы можем просто пойти да поубивать вот этих монстров. Да и все, да? Так, это можно выкинуть, это можно выкинуть. Что, у нас уже столько железа, что... Сколько у нас? У нас уже есть стак железа? Охренеть, ребята, мы уже себе стак железа накопали. Это круто. Это круто, потому что... Железо... Так, я проверю одну фигню. Действительно ли можно сломать даже железо? Вряд ли. Нельзя, ребята. Мне говорили, что вот эту фигню можно сломать даже железной киркой. Но, как видите, нельзя. Нельзя ее сломать. Она как бы ломается, но не выпадает блок. Мне просто, знаете, говорили, что, мол, можно сломать, оно, да, оно долго ломается, но оно выпадает. Но, как видите, ребята, нет, не выпадает. Да... О, круто, ночь наступила. Что бы нам выкинуть? Это опыт, да? Это что? Это хрень какая-то. Опа, там еще спуск вниз даже есть. Дайте нам, пожалуйста. Да, в принципе, уже, знаете. Хотя, ну, железо. Не знаю, если честно. В принципе, нужно, потому что вы видите, что тут очень быстро тратятся ванильные предметы. И пока мы не сможем добывать какие-то лучше, то будем, наверное, вот этими пользоваться. Так. Опа, у нас кончились. У нас кончились. У нас кончились факелы. Вот так. Давайте еще вот так сделаем. Это можно выкинуть. Это можно сюда. Это можно сюда. Ага. Плюс к тому, нам бы еще и золото не помешало. Звуки, вашу мать, вот эти. Звуки нафиг. Так. Тихо. Тихо. Ребята, тут столько вот этих шаг, что я сейчас с ума сойду. Нужно даже собирать вот лазурит и редстоун, потому что это же все будет, это точнее все пригодится нам в этом, как его там, в Тинкер Констракте, да, чтобы улучшать предметы. Это вроде там пригодится. Ух, твою мать, ты меня прям напугал нафиг. Так, ладно. Спускаемся, наверное, ниже, 18-я высота. Пожалуйста, дайте мне алмазики. Ребята, давайте попросим алмазики. Придите к нам. Хотя нет, вот шахты показывают, но нужно спуститься на какую-то определенную высоту, чтобы шахты начала показывать. Алмазики, пожалуйста. Ребята, давайте попросим. Алмазики нам очень нужны. Алмазики нам сейчас бы очень пригодились. Но даже вот эту руду, да, то есть... Ой, в принципе, не даже, а вот эту руду нам и нужно. А почему нам это... А, фиг его знает. Наверное, вот это нужно будет включить, то есть... И урон от падения нужно будет включить. Чтобы так простенько вот это все не было, да? Чтобы так мы простенько не спускались туда-сюда, не прыгали с больших высот. И урон от падения нужно будет включить. И нужно будет включить, чтобы урон от лавы. Я не знаю, почему выключено, ну, хрен его знает. Потому что на серию Pixelmon вот это все выключено. Наверное, основные плагины шли оттуда, с серверов Pixelmon. Поэтому оно так и установлено, что, мол, ты не получаешь ни урон от лавы, ни урон, ну, как бы от горения, от зажигалок, там, от лавы, да, вот это все. И не получаешь, наверное, урон от падения, потому что на пиксельмоне ты не получаешь урон от падения. Ребята, вот такие крутые шахты. Вот такие крутые шахты. Шахты, а ничего нету. У меня аж мурашки по коже иногда от этих звуков с этого мода, если честно. Прям, знаете, хочется напросто взять и... Хочется взять и просто-напросто выключить звуки, потому что вот эти звуки реально иногда просто-напросто пугают. Так. А я не знаю, кто это вообще у нас дышит. Может, где-то там, хрен его знает, честно. Я не представляю, ребята. Главное, что вот эта скотина, которая сейчас нас пугает, чтобы она где-то еще не вылазила и вообще и не убила нас. Да,
Смотрите, ребят, это нас 2-3 раза стукнул паук, у нас уже сломалась вся наша бронька, которую мы делали хрен его знает сколько. Даже в рифму в какой-то степени бронька. Ну ладно, я не знаю, честно, ребята, куда нам идти. Вы видите, что тут шахта-то может и есть, но где я вообще нахожусь? Ага, вот. Ага, ага. А вот это лава, наверное, обычная. Ну давайте тогда назад и потом налево, направо, назад. Сюда побежали. Назад. Сейчас налево нужно будет. Если тут вообще что-то есть. А тут, наверное, есть, но оно сверху где-то. О. В принципе, золото нам уже не нужно, да? Как я понял, там нам нужно только 9 золота. Так кто, твою мать, столько там дышит, а? Я не знаю, честное слово, я вообще в этих шахтах всегда путаюсь. А, вот. Вот подъем. Вот подъем, и вот тут опять спуск. Ага, так, ну ладно. Я не знаю, честно, мы тут были, вряд ли. Если тут не освещено, значит мы тут не были. Ух! Ребят, это же часть выживания, то есть без шахт мы ничего не сможем сделать. Я понимаю, что... Ух ты нафиг! Я понимаю, что это иногда скучно, но... Все же, это нужно делать, потому что как без шахт... Как вы, ребята, хотите без шахт выжить? Никак нафиг вы не выживете без шахт. Потому что на что-то нам-то нужно развиваться, без ресурсов мы ничего не сможем сделать. Главное, чтобы нас тут никто сейчас не столкнул, а то я слышу пауков. Так. Вряд ли. Вряд ли, если честно, мы вообще когда-то алмазики найдем. У меня просто такое ощущение. Это какая высота? 16. Вот тут должны быть алмазы. А если мы сюда спустимся, то тут вообще прям должны быть алмазы, потому что это еще ниже. Но тут вроде идут уже обычные шахты, и там ни хрена нету. Неудачный поход в шахту в какой-то степени. Но, ребята, я ничего не могу сделать, честное слово. Я бы хотел найти алмазики, но не получится, к сожалению, потому что вы видите, что не всегда это от нас зависит. Да, в принципе, это и не от нас зависит. То есть заспавнится алмазы, заспавнится, мы их можем добыть, но если не заспавнится, мы ничего не сможем сделать. Хоть и серия уже длинная, но обычный поход в шахту, который, в принципе, ну, в какой-то степени испортится, потому что мы, ну, не смогли ничего добыть, достать. Не, ребята, тут уже ничего не будет. Я вижу, там еще шахты дальше есть. О, где мы? Вот они. Но мы можем еще попробовать вот туда прокопать. Там есть какие-то шахты, но они могут быть то ли выше нас, то ли ниже нас. Это не факт, что если мы туда прокопаем, то мы выйдем на шахту, да? Опа, смотрите. Вот этих руд, то есть очень много вот этих руд, аметистов и вот этой всей хрени, да? Но, ну ладно, давайте тогда еще немного... Так, сейчас, чтобы вам видно было и чтобы мне лучше было. Давайте вот сюда еще прокопаемся. Я правильно? Да, вроде правильно. И давайте еще туда. А, то есть или ниже нужно, или выше, но... Опа. Было бы круто, если бы она ломалась такой киркой. Ну, железной, да, не вот этой, конечно же, а хотя бы железной. Ух, вряд ли, ребята, мы что-то... Опа. А нет, не вряд ли, мы что-то еще нашли. Там еще дальше проходы вниз есть, я вижу. Но проходы-то есть, ресурсов ни хрена нету. И тут уже ни хрена нету. Ух, ребята, я не знаю, честно. Дайте нам 3 алмазика, идите в жопу. С шахтами. Совпадение? Не-не-не. Многим... Ой, читер, да? Так, ладно. Сколько там уже? Серия уже долго идет, но ладно, ребята, так. Главное, чтобы нас сейчас никто тут не скинул. Быстро!
Быстро, хотя быстро давайте, ребята, тут, хотя нет, не будем мы тут заканчивать, потому что многие скажут, ух, остановился на самом интересном. Давайте, в принципе, вот тут мы поставим и быстренько закончим. Это сюда, твою мать, а. Ох, еще и печку нужно делать ради одной нафиг железячки. Давай. Но все же. Так, что мы можем выкинуть пока что? Давайте это чистим. Пока что вот так. Так, это все, это уже можно забирать. Делаем. Замечать. Опа, и как раз скоро рестарт будет. Три алмазика. Мы можем уже себе прямо сейчас сделать... Да, в принципе, не железную, а алмазную кирку. Так, вот она. Вот, замечательно. И, в принципе, давайте еще вот так сделаем. Замечательно, ребята. Все, мы можем уже уходить. Мы уже больше, точнее, больше нам тут нечего делать. Конечно, было бы круто вот сейчас найти вот те ресурсы, которые нам нужны, да? То есть... Опа. Ух ты! А может, они там есть? Давайте как раз... Да твою мать! Ты нас еще в шахту столкни, было бы не в шахту, а в лаву. Так, это сюда давайте. А нам еще... А там нету случайно еще алмазиков? Пожалуйста. Вряд ли. Но было бы круто, только потому что... Ребята, еще вроде один алмазик нужен для того, чтобы... сделать вот тот портал или что, да? Нужен еще вроде один алмазик. Но, к сожалению, у нас больше нету. Да, в принципе, то, что мы кирку добыли, это уже охрененно. Было бы круто, если бы мы сейчас еще какие-то ресурсы добыли, чтобы мы смогли хотя бы приодеться. Тот же аметист. О, не успел сказать. Ребята, это прям офигеть что-то. Так, давайте вот так. Во, совсем другой. И прям за аметистом еще другой блок, который нам... Кто это нафиг стукает? Ну иди сюда. Давай. Так. Паучины там. Звуки там нафиг, ребята, вы слышите? Так. Во, вот это другое дело. Вот это мы уже сами сможем добыть. И вот это уже нам никто не подарит и не сделает какие-то поблажки. И это круто, потому что мы сможем уже сами распоряжаться нашими ресурсами, которые нам нужны, что с ними делать, на что тратить. И с алмазной киркой это еще намного проще будет, потому что мы вроде и броньку себе сможем сделать, и другие нужные нам ресурсы. Ведь и вот видите, вот этого лимона, или как он там называется, будем давать его лимон называть, да? Очень много, поэтому мы сможем сделать то, что нам нужно. Так, вот так. Тут бы выкопать вот это все. Потому что, видите, тут куча вот этой хрени. Вот так. Еще и опыт себе немного добавим. Так. Что это за хрень там дышит столько? Или что она там делает нафиг? Ух ты, прям засада! Я слышу клоуна. Кто ты там пробежался? Вы видели нафиг? Вот, это хрень. Так, сейчас, ребята. Охренеть, серия уже долгая, ребята. Долгая серия. Вы знаете, что делать? Я буду очень рад лайку за длинную... Идите в жопу. Он меня так долбанул, что... Ладно, все. Руду. Давайте руду еще поставим переплавиться. Я надеюсь, мы взяли аметист. Вот, да, аметист. И... Как она называется? Копер, не копер, а лим-ли-ли-ли. Только не горите, что мы ее не подняли. Пожалуйста, не горите, что мы ее не подняли. Мы ее не подняли, да. Ну, то есть, а она нередкая. Даже вот этот аметист, если бы мы его не подняли, он тоже нередкий, ребята. Поэтому в этом большой проблемы нет, то, что мы его не подняли. Потом можем еще пойти. И мне кажется, будет круто, если мы это все потом еще сделаем. Мне интересно, да, 7 урона. А если вот это ли... Лайм... Нет,
лимо. Вот. Это на 10 урона. Это 400 использований. А аметист 400 использований на 10 урона. Нужно запомнить. А вот это... Это 1500 использований. Давайте этот сделаем себе. На первое время. Хоть и 7 урона, но... На один больше, чем у железного меча. Но, в принципе, мне не так уж и это жалко. Это давайте вот сюда. И давайте себе, наверное... Ага, нельзя, да? Ну ладно, нельзя так нельзя. Фу, ребята, давайте уже надо бы заканчивать. Круто, мы в следующей серии, наверное, еще пойдем вот эту хрень, Lime Knight, или как оно там называется, добудем для того, чтобы сделать себе броньку. Так, мне просто еще интересно, насколько там бронь. Хотя потом посмотрим, насколько бронька служит, но мне кажется, намного будет лучше, если мы будем, чем мы будем бегать, железная бронька, она нам, вот та лимонная бронька нам намного дольше прослужит. Поэтому, ребята, мы еще, наверное, потом за ней пойдем, чтобы у нас вообще все было нормально в плане... В плане вот этих... Так, сейчас. Вот с этих я выбил вот ту хрень, портал вроде, да? Если это портал, конечно. Вы напишите, пожалуйста, портал ли это или нет. А, ну, в принципе, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Если хотите попасть на сервер, в описании оставлена ссылочка. На этом мы заканчиваем. Если ждете новых серий, набираем 500 лайков, в ту же секунду выходит новая серия. Это, ребята, не забывайте. Ставьте лайки также на Пиксельмоне, чтобы был новый сезон. Вступайте в нашу баду Рутых Персов. Все, что от вас требуется, просто поставить лайк. Буду очень этому рад. Оставляйте свои комментарии. Не стесняйтесь, ребята. Если вы неправильно пишете, или, да, в принципе, пофиг, если честно. Оставляйте комментарии. Мне очень приятно, когда их много. Я люблю их читать, если они, конечно же, адекватные. Я также постараюсь... ответить на каждый. Ребята, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще раз скажу. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.